Да, да, да. Чай. Сахарный тростник прям свежий. Какой профессионал чай делает, как. Чай со свежего молока. Вареный чай. Долго заварку варят, а потом дополнительно уже горячее молоко, потом уже смешивает все вместе с молоком, чай с молоком, с сахаром. И это очень вкусно. Сахарный тростник, отходы, машина. Сахарный тростник тоже. Вот как он работает. Антоша довольный, счастливый. Он сахарный тростник полюбил еще с Индии. Ну все, вот такой жмых вылазит. Лянь. Sugar? Thank you. Жмых какой выходит. Сухой-сухой. Прям сухонький. Ага, понятно. Для здоровья хорошо. Будете здоровы, Ван. Ага. Здоровый, счастливый будешь. Выпьешь его палку, здоровый, счастливый будешь. Вот так. Хорошая машинка. Смотри. Через ситочко. Wow. Супер. No, super healthy. Yeah, super kind. Very, very nice, very good. Okay. What is your name? Name Sultan. Sultan. Khalid. Oh. Thank you. Сада чай. Сада чай. Yes, yes. И чаёк. В общем, Антоша довольный. Он такой безумно сладкий тростник. Sweet? Он его обожает. Просто обожает. Very sweet. Mm-hmm. Later, yeah. Горячее молоко. Сначала добавляют, видите, как... А затем чай. Заварку. Прям сильнейшая заварка. Чуть водички, наверное. Не знаю, я так думаю. А нет. А, сахар. Окей, сахар, окей? Yes, 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 yes. Профессионал, знает, как готовить и чай, и тростник. Мне кажется, они уже рожденные. Уже с детства знают, как колотить все. О, чтоб пенка была. Чай с пенкой. Ох! Thank you very much. Welcome. Mm-hmm.